И если вы страдаете сердечно-сосудистыми болезнями, тогда вам нужно научиться любить и больше радоваться. Вам нужно позволить себе проявлять эмоции, а не держать их в себе. И если у вас больной желудок, тогда снимите повышенную раздражительность и научитесь принимать этот мир таким, каким он есть. И если у вас болит голова, значит, вам нужно отпустить напряжение, связанное с тем, что вы не оправдали чье-то доверие. И если у вас поясничные грыжи, значит, ваши отношения, деньги и работа вызывают у вас боль. И если у вас болят коленки, тогда отпустите вину или эмоциональную боль, связанную с детьми или родителями. И если у вас грибок на ногтях, тогда ваша защита ущербна, и ее подрывает поселившаяся старая программа, от которой нужно избавиться. Это всегда страх. Друзья, любое отклонение от нормы в физическом теле рождается задолго до того, как оно проявится в виде болезней. На диагностике по фото, которое я провожу в Инстаграм и на Телеграм-канале, все это можно увидеть. Диагностика проводится бесплатно для всех желающих. Для этого нужно перейти на один из моих каналов, ссылка в шапке профиля, и отправить свое фото мне в личку.